Так, новые малыши. Они должны были попасть под острел. Вот такие маленькие дети. Их забрали шестерых. Взрослые собаки дикие. Их спасти не удастся. А малышей мы попытались. Шесть малышей. Все в клещах. Вчера их ночью капали. Всех капали. Стерилизовали девочку. Это Майя. Она хорошо к деткам относится. Поэтому лежит с ними. Вот шестой малыш. Вот такие у нас дела на сегодня. Вот такие мои хорошие. Малышам примерно 3 месяца. Кто из них кто, пока еще не определяли. Но похоже, что большая часть мальчиков. Малыши будут крупной породы. Такие у нас дела. Сегодня мы их обработали, дали глистогонку. Сейчас будем купать обязательно. Но они, может, нет, сейчас не будем, наверное, через сутки где-то. Сейчас надо им отлежаться, дать. После капельницы они немного вялые. Возможно, это после укусов клещей.